есть это розовый шоколад. Это что? Вкусно. Вдруг оно отравленное. Ребята, сегодня будет очень крутой ролик, поэтому не переключайтесь, досмотрите его до конца, ведь сегодня будут опыты с поп-итами. Первое, что я хочу сделать, это заморозить слайм в поп-ите. Где? Пойдемте. Прошло 2 часа, давайте посмотрим, что получилось. Так, вот он, наш слайм из холодильника, смотрим, что получилось. Во-первых, он поменял свой цвет вообще, то есть это был прозрачный, если ты помнишь. А сейчас давайте попробуем его вот так вот разделить. Есть! А теперь достаем. Знаете, как плитку шоколада выпить? Да. Я хочу это съесть, это розовый шоколад. Нет, есть слаймы запрещено. Милан, смотри, вот так вот поставь. Сейчас мы создадим вам картинку. Смотри. Очень круто получилось. Это слайм, замороженный в поп-ите. Практически сам поп-ит. Мне кажется, это очень круто смотрится. И так и хочется вот так вот сделать, но он, конечно, не делается. Хочется съесть. Как думаешь, может, сломаем? Да, давай. Ой. Мне теперь интересно, что будет с этим слаймом после того, как он разморозится. Может быть, он вообще не разморозится? Ну что, Милана, со слаймом все понятно. Ну как сказать? А я предлагаю сейчас заморозить сок. Что-то подсказывает мне, что из этого могут получиться какие-то прикольные сосульки. Попробуем? Давай. Прошло время, и мы видим, как заморозился сок. Он, естественно, он не выливается. Давайте же попробуем вытащить одну штучку. Прям конфетка. Дай. Да. Я хочу попробовать это. Сейчас я выложу. Это что? Вкусно? Холодно? Это очень вкусно, ребят, просто. Так можно делать колу, фанту, любые соки, там, коктейли. Это очень вкусно, пробуйте у себя дома. Сейчас, тем более, кстати, перед летом, да, это такой прикольный лайфхак. Можно еще, кстати, делать просто обычный лед и добавлять его в мохито. Лимонады Милана имеет в виду. Если можно сделать такой вот лед красивый и добавить его в лимонад. Посмотрите, какие у нас получились прикольные маленькие ледяные конфетки. Ну, реально, это было прикольно. Поп-ит, кстати говоря, после холодильника не крошится, не ломается, как в многих видео или лайфхаках. Он абсолютно мягкий и гибкий после нескольких часов в холодильниках. Следующее мы решили сделать мороженое эскимо поп-ит. Короче говоря, смотрите, что мы для этого придумали. Для начала мы взяли мороженое и растаяли его до вот такого вот состояния. Мама, надо сначала попробовать его, вдруг оно отравленное, давай. Протестить? Да. Хорошее, не отравленное. На предварительно помытые складываем мороженое. Если вы будете такое делать, надо обязательно их все обезвредить и помыть. Таким образом полностью заполняем наши формочки мороженым. После того, как мы наполнили формочки, мы кладем вот такую вот нашу палочку. И наша задача сейчас это все соединить. Держите за нас пальчики, крестики. Отправляем в морозилку. Пока все вот так вот туда не стеклось. Ну а пока мы ждем наше мороженое из морозилки, мы решили сделать вот такое вот желе. Давайте пробовать. Давай. Мы придумываем новый вид еды. Все? Отправляем в холодильник? Ребят, у меня появилась идея. Сейчас мы с вами сделаем необычный поп-ит. Как вы думаете? Барабанная дробь. А, нет. Барабанная дробь. Шоколадный поп-ит Salmon Dance. Для начала нам нужно просто расплавить шоколад. Кто любит шоколад так же, как я, ставьте. Я обожаю шоколад! Но я думаю, если будет слишком много, мы с мамой сможем это доесть. Мы решим этот вопрос, вообще эту проблему на корню. Посмотрите, что у нас вышло, Милана. Сначала тест. Значит, мы выкладываем в нашу формочку буковками туда ММДМ-сики. Я очень надеюсь, что они потом высунутся вместе с шоколадом. Посмотрите, какой он офигенный.
Мы сегодня с мамой кондитеры. Шика-шоколад, шика-шика-шоколад. Подожди, у меня глаза полезли. Ой. Мимо. Такой у нас получился веселый краб. Отправляем тебя в холодильник. А теперь мое любимое поп-ит и маршмеллоу. Короче, мы сейчас тоже расплавим. Так же в микроволновке. Типа. Я богиня сладкоежек. A few moments later. Пробуем. Не горячо? Нет, он тепленький. Ребята, а вы пишите в комментариях, сколько у вас поп-итов. Вот у меня ровно 15 штук поп-итов. И я считаю, что это мало. Теперь это тоже отправляем в холодильник. У нас постоял какое-то время слайм. Вот, посмотрите, какой он превратился. Как бы с ним все хорошо, он превратился в обычный слайм. Он стал теперь вот такой. Слайм, я предлагаю пробовать наши следующие продукты. Да? Итак, Милана, предлагаю начать с желе. Смотрим, что с ним. Я хочу перевернуть. Да, и чтобы так отсеять. Пробуем? Да. Раз, два, три. Смотрите, какой кайф. Смотри, Милан. Это рука? Это червяки. Да, это как будто червяки, реально. Как обычное желе. Ну просто смотрите, какая она прикольная. И такое еще так и хочется сделать так. Пэм-п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 эм. Мне уже интересно посмотреть, получилось ли у нас мороженое. Ты вообще сможешь как-то достать из него? Прикольно, да? Подожди, сфоткай меня на инсту. Все, давайте пробовать. Так, я так понимаю, тут та же тема. Мы сейчас это будем аккуратненько освобождать от формочки. Вы не поверите. Это, подожди, нет, со своими тестами позже. Это очень круто, реально очень круто получается. Можно любую форму так делать. Сейчас я попробую освободить вторую часть, и мы посмотрим, получится ли у нас сделать мороженое. Оно сломалось. Ожидание. Реальность. Мороженое попыт. Это было вкусно? Очень. Я предлагаю перейти к следующему нашему шоколаду. А теперь у нас крабик. Посмотрите, какой он получился офигенный. Лицо не вижу. Предлагаю начать с того, чтобы убрать некоторые носы, которые готовы уже сейчас все это съесть, и попробуем освободить. Вот эти вот трубки, которые растут из одного неправильного места, сделали все красиво. Сейчас поп-итом тебе, знаешь? А, нет, он сломался. На самом деле, вот, смотрите, какой офигенный получился у нас шоколад. Даже есть его. Мне кажется, он получился безумно красивый. Знаешь, как можно, вот смотрите, он выглядывает. Очень классный. Идея для того, чтобы сделать шоколад, мне кажется, наиболее классная получилась. Можно сюда даже пык-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 пык. Милана, я готова дать тебе на тест вот так. Тест удался, краб удался, шоколад удался. У нас еще маршмеллоу, сейчас его достанем. Маршмеллоу, динозаврик. Кстати говоря, мне кажется, он развалится, потому что он вот. Мне тоже кажется, он тянется, и мне кажется, мы его не вытянем оттуда. Эксперимент провален. В общем, это самый неудачный проект из всех экспериментов на сегодня. Но зато вкусный. Ребята, давайте под этим видео наберем 200 тысяч лайков, и мы снимем вторую часть эксперименты с Pop-It. Ну а на этом наши эксперименты закончены. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, всем пока-пока!